Привет всем! Картошку не окучиваю, а закладываю травой всегда. И вот травы не хватает, времени не хватает. И зато осталось... Травы, видите, как мало, а уже картошка большая. Зато осталось у меня 3 мешка богатства нашего. Помните, мы в том году набирали еловый опад? И, в общем, либо это инновационный подход, либо это мега глупый. Пока я не знаю, время покажет. В общем, я засыпала им. Это вот самая маленькая картошка, которая садилась просто картошкой. И, наверное, на неделю позже, чем та большая. Та большая. Ну вот, в общем, вот этот ряд практически весь заложен еловым опадом. Ну, в общем, будем посмотреть, как всегда. Вечно что-то новенькое у нас. Ну, от этого должно быть, наверное, интереснее.